Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Ничего, это ужасно. Проход запрещен. Не приходите никуда во время карантина. Сидите дома в гаджетах. Только в магазин ходите за гамбургерами и Макдональдс. Такая работает. Ну вот, наши развлечения продолжаются, и мы заселились в базу отдыха Венеция. И сейчас мы идем в бассейны. Тут бассейны с горками. Дети целый день донимают, потому что очень хотят скорее с горок в воду попрыгать. Приятно. Ухоженная территория, красиво, зелено. Номер на втором этаже у нас. Очень душно, но надеемся, что сплит сейчас сделает свое дело. Пока пошли развлекаться и кайфовать в водичку. Дети уже убежали, их даже снять невозможно, они стремятся скорее скатиться с горки. Тут по территории такие качельки, скамеечки. И вот она уже зона бассейнов, много лежаков. Сейчас нужно будет выбрать себе лежак. Вон симпатичные кареты, можно посидеть. Тоже. И вот бассейн достаточно большой тут, с горкой. Ой, господи, с мостиком. Сейчас надо искать детей. Можно еще? Что-то мне подсказывает, что они уже идут наверх. Ну-ка. Посмотрим, где дети. Шикарные горки, конечно, я сейчас тоже скачусь. Вот, мой сынок уже там стоит. Уже прицеливается к оранжевой горке, судя по всему, к вот этой винтовой. Ну-ка. Видимо, спрашивает, можно ли ему катиться. Ждет разрешения. О, уже Ника скатилась. Я ее пропустила. Ну, судя по всему, Коля уже тоже катится. Ну-ка. Коля у нас легковесный. Скорости спуска большой нету. Это не Коля. Вот Коля. Вот Колян со скоростью. Коля, ну как, синяя горка лучше? Коль и Ника. Ух. Коля, как синяя горка? Какая горка круче? Синяя или оранжевая? Синяя. Ник, какая горка круче? Круто, но вода какая-то горячая. Да? Накатались с этих горок. Я раз 10, наверное, скатилась. Дети вообще без счету. Классный бассейн, очень теплый, вода 31 градус, глубина примерно 1.5 метра, что мне по шею. Вот, мы его попереплывали несколько раз, в общем, классно. Рядышком здесь детская зона, детская площадка, но она прям для малышей. Есть теннисный корт, стадион и маленький детский лягушатник. А мы сейчас хотим посмотреть еще один бассейн. Тут есть еще большой бассейн. Вот туда мы и направляемся, вот по этому мостику. Вон они пошли, дети в полотенце закутались. Воздух холоднее, чем вода, поэтому достаточно холодно. На территории кафешки можно прямо находиться в воде с кальяном. Вот. Вот маленький совсем для малышей крошечный лягушатник с таким голубым китенком. Очень много лежаков, то есть все рассчитано на то, что людей сюда будет приезжать много. И вот сейчас мы подходим к большому взрослому бассейну, там мы еще не были. Режим работы бассейнов с 10 до 8, а с 10 до 10 здесь идет дезинфекция. Вот он, тоже здесь пары, тоже детский еще один лягушатник. Он уже, Колян, потащил лежак нам. А Ника уже нырнула. Ныряй, Коля! Давай мастер-класс по прыжкам в воду, покажи. Это он с удовольствием. Блюх.
Как водичка? Здесь похолоднее? Да, приятно. Коля, будешь еще прыгать? Сальто. Сейчас Коля устроит мастер-класс по прыжкам в воду. В разных позах. Коля, как сейчас будешь прыгать? Щучкой. Щучкой, давай щучкой. Оп, щучка ушла в сальтуху. А 10 из 10? А сейчас как будешь? А сейчас. Теперь Ника щучкой. А вилочка это как? Это вот так. Вилочкой, на которую закручивают макрошки. А, это вилочка, оказывается. Давай. Бдыщ. Коля, от бомбочки слишком много брызг. Не надо бомбочкой. Класс. Ну вот и наш папа наконец-то появился. Наработался. Девочка проплывет, я перенырну в бассейн. Давай, перенырни. Он Ника плывет. Класс. Наш папа тоже пошел опробовать горку. Сначала Ника по ней опять поехала. Она, конечно, едет очень медленно. Прямо ползет, а не едет. Даже еще на первом повороте не показалось. А, нет, вот она. Классно. И папа сейчас у нас поедет. Вон он там спрашивает, как ему лучше сесть. Не обдерется ли он. Ну, видимо, инструктаж получен. Все, сел. Сейчас он быстро скатится. Должен сейчас тут уже... по моим подсчетам показаться. Бум. Ну как? Классно, да? Женька пошла купаться, теперь я ее засниму. Ух ты, это кто тут вылетел такой? Ты как пуля! Да, 5 минут полет нормальный. Так, наша мамочка готовится к полету. И сейчас, буквально через минуту, будем наблюдать ее вылетающей из трубы. Вот откуда-то отсюда. Поехала! Так, вот она летит. Три года останавливаюсь в этом месте, приезжаю сюда в командировки. Это наконец-то удалось семью свою сюда привезти. И я смотрю, действительно, дети не зря называют это место самым кайфовым, самым прикольным райским местом. Им здесь очень понравилось. Ну и в первую очередь виной всему вот эта вот горка. Да, ого, вот мои красавицы прилетели. Ну как, еще попробуй. Там просто запьетка спускается, этого не видно снизу. Этот райский уголок расположен в Каменске, в низинке. Здесь вот как раз на берегу речушки, которая впадает в Северский Донец. Уже работает он уже, по-моему, больше 5 лет. Желающие могут в этом болотце удочки покидать. Здесь вот бильярд работает. Там дальше есть отличный такой домик за 13 тысяч, в
котором можно до 8 человек, и у них там есть территория своя и свой бассейн. На том берегу тоже какая-то зона отдыха есть, с небольшим бассейном, с мангалами, с беседками. Всем это тоже часть Венеции, потому что он там забор с другой стороны речушки. А вот это как раз номер дачи с своим бассейном. Как и в предыдущие мои приезды сюда, территория продолжает удивлять своей невероятной зеленью. Цветами, деревьями, газонами. Появляются новые растения, вот, например, как вот эти вот желто-зелено-розовые, розовые арки. Вон народ тоже тут уже на купале сходит делать фотосессии себе. Ну и правильно, очень красиво. Березки такие маленькие, декоративные. Ой, тут прям целый цветник. Ну, Никуш, как тебе тут? Как хорошо, тебе Венеция? Что тебе тут понравилось? Горочки. Горочки? А там поезда ездят. Водичка теплая, да? Поезда ездят. А с недавних пор еще и машины там ездят. Там мост открыли в конце прошлого года. Поэтому раньше вот многие ездили и смотрели, спрашивали, а что это тут такое? Такое красивое. И люди думали, что тут какой-то особый элитный там коттеджный поселок, а тут на самом деле довольно-таки доступное место для отдыха. Всего лишь, по-моему, 500 или 450 рублей с человека. Мы просто с ночевкой здесь. Со времен моего крайнего визита здесь появились вот такие вот домики, полубочки. Плани такие делают. Да, смотри, там даже прозрачные двери. Да, из навеса вижу. Как раз домик на двоих. По-моему, где-то в районе трешки он стоит. Да, какие лужаки здесь красивые. Какие здесь цветочки вон велос. Ну, чувство отдыха, чувство отпуска, чувство лета. Мое чувство свободы. А когда я... Елочки, смотри-ка. А тут, кстати, всегда вечно зеленый. Даже когда зима, тут зелено. Ну, может быть, только когда снегом покрывается. Но под снегом я все это не видел, потому что зимы теплые в последнее время. Вот мы вечером решили выйти на прогулку по Каменску. Тут уже такая анимация. Музон, свет везде. А при этом уже вообще темно будет. Вообще, наверное, прикольно. Небо, смотри, какое красивое. Ну да, юг, южное наше небо. Вас ожидает. Вот тоже хорошо. Коль, пошли, вон туда выйдем. Вот вход в Венецию, ресепшн. И вот здесь, вот прям сразу же, Северский Донец. Тоже пляж такой. Каменск-Шахтинский оказался неожиданно приятным местом, с красивой речкой, с шикарной набережной, с великолепными базами отдыха и очень достаточно гламурными кафе. Ему нужно сменить свое название для того, чтобы привлекать туристов, потому что Каменск, да еще и Шахтинский, это так брутально звучит. Вот был бы какой-нибудь там Дилижан, или что-то вот... Травянка цветочная. Да, там какой-нибудь, да. Было бы гораздо привлекательнее. Вот принесли мне казан кебаб, а Жене ее стейк с дижонской горчицы. Вот Евгений сегодня оценивает, что такое камень шахтинский. Надеюсь, ей понравится.